началось все со слов. В общем, в 5 ночи я нарываюсь на сайт. В 5 ночи я нарываюсь на сайт. Рекламируется продукт Никаин. Никаин? Да, Никаин. Курить бросить хочу, Никаин. Я оставляю заявку, пишу свою ФИО, свой номер телефона. С замечательными мыслями о том, что, возможно, я брошу курить, как только получу этот препарат. А вообще, честно говоря, когда вписывал все эти данные свои, ни на что не надеялся. Думаю, позвонят, если вдруг вообще позвонят. Послушать, что скажут, и откажусь. Буду бросать благодаря своей собственной железобетонной силе воли. Она ж по жизни только мной и двигала. Я столько раз бросал, это так легко. Понимаешь, да, о чем я? Я тоже раз 50 бросал. В общем, не успел я кнопочку отправить назад, нажать. Звонок. У меня сонный голос. Я в 5 утра уже давно ни с кем не разговаривал. Как минимум с 12 ночи. Полная тишина. Там заспанный женский голос. Здравствуйте. А вы оставляли заявку на сайте таком-то, таком-то? Я говорю, да, оставлял. В общем, я раскрутился и заказал этот Никаин, этот спрей за 7 тысяч. И хочу его попробовать. Что брызгаешь куда? На части тела? На сигарет. Вот так берешь пачку сигарет и брызгаешь на них, а потом пытаешься их покурить. И что? В рот себе брызгаешь, Такеши. Это спрей. Там куча трав. Можно покурить? Ну там, во-первых, отбивает охоту. Чисто. Ну ты выкинешь эту пачку, возьмешь другую пачку. Да нет, на пачку не брызгаешь. В рот себе брызгаешь спрей. Спасибо. Спрей. Поменяйте. А что это такое? Ну выбросите. А. Поменяйте меня, немножечко смутило. Ты к себе подвигай всю эту тарелку, потому что... Давай, Не-не-не, Такеш. Я сейчас тем более немножечко диету держу, как бы как-то так. Ой, какая диета. Ну, но не прокатило, я ладно. Я за месяц 11 килограмм набрал. А сколько сейчас, сколько было, сколько стал? Был 74, стал 76. Ну ладно, не на 11, еще больше. Спасибо. Подожди, 74 и 70... Не 86 сейчас. Ты 86? Сейчас 86, да. 74 месяца назад. Ты 86 килограмм весишь? 76, да. What the fuck? Откуда в тебе 86 килограмм? Мне кажется, больше. А, да? Мне казалось, больше. Хорошо. Больше 86. Сколько во мне килограмм? Ну... 87... Мне 85. Я просто удивлен, что мы с тобой весим одинаково. Да? Просто удивительно. Ну, кости имеют значение. У тебя они по виду шире. И более полые получаются. Более легкие. По идее. Ну, мы отошли от темы. Такеши, это надо делать. Это надо делать, и пока не поздно. Есть у нас казахстанские. Надо вроде сейчас прям вот. Прямо сейчас. Астанинцы вот делают один казахша-прикол 2016. Mm-hmm. Выпуски включительно под 34-й я у них, кажется, видел, да? Ну вот на ютубе болтаются. Местами весело, местами грустно, местами вообще непонятно, где над чем смеяться, да, как в старом приколе после слова лопата. Ну и смотрят. Их смотрят. 34 тысячи просмотров в среднем, 30 тысяч просмотров. Ну они сейчас на спад пошли, знаешь, когда шутки себя исчерпали, начинаешь уже всякую херню придумывать, да? Может быть, это и смешно для кого-то, но не для основной массы. Да, люди уже не кушают. Надо делать стримы по тем играм, по тем вещам. Пускай это будут не игры, пускай это будет что-то другое. Чтобы людей могло держать это 2 с копейками часа, около 2 часов, привязанными к монитору. Как там один из стримеров, небезызвестный Amway, он же Паша, говорит, я знаю, что когда вы сидите за монитором, ну, знаешь, так вот, парень грамотный. Один из самых грамотных из всех тех, кого я просто наблюдал, ведущих из этих стримов. Он говорит, вы обязательно жрете перед монитором. Давайте поделимся в комментариях, в чате, кто что ест. Угу. Понимаешь, это интересно, он проводит. Вроде бы не смешит, там, ну, стиль общения такой, что ты просто хочешь оставаться около монитора. Конечно, да, ненавязчиво, вроде бы как по-свойски все так нормально, не язвит, не особо шутит даже. Ну, это его стиль. Есть Джов, который в своих стримах, там, извините, твою мать и все остальное, маты трехэтажные,
Такие тоже нравятся, оказывается. Я сам в шоке. Я сам жесткий матершинник, да? Но вот я понял одно. Наверное, если хочешь, чтобы тебя смотрели и дети, и взрослые, и отзывы были только положительные, и ты притягивал чем-то другим, а не вот этими матами. Все мы умеем материться и двух, и трех, и четырех, и пяти. И вообще там небоскребы можно такие построить, да, в своей речи. Но это не то. Оно тебе один раз прокатит, второй раз тебя посмотрит, третий раз скажет, да он ничего нового не доносит, он просто матерится, и кому-то это нравится. Поэтому я и пришел, попросил тебя сегодня встретиться, обсудить, подумать и начать это дело мутить красиво и умно. Когда начинаем? Да хоть с завтрашнего дня. Надо исследование сделать, в каком направлении мы будем стримить. Возможно, подключить твоих детей, возможно, подключить моих знакомых где-то что-то. Попробовать все это дело, открыть канал на YouTube, это не проблема. Надо подключить всех, выслушать всех, сделать так, как ты хочешь. Да, это тоже верно. Это будет сложно, но это возможно. Тебя Алена оставила, да? Так, можно я схожу, покурю? Отстегни, я там не вижу просто. Давай чуть посидим и вместе пойдем покурим. Ну давай так. Ну только совсем чуть-чуть, потому что я что-то бросал курить и так захотелось курить, просто ужас. Тут где-то у них урна, пепельница так называемая. Что там все? Перельет у них. Сейчас выйдем. Сейчас выйдем. А, все, не вопрос. Я смотрю, что-то летает в воздухе. Либо воду распыляют, либо что-то понять не могу. Либо с кондиционера это летит. Что это такое? Я тоже смотрел, думал, откуда это. Наверное, специальные распылители воды какие-то стоят. Возможно. Я вчера в кафешке сидел, сейчас очень модно вот такую вот провести, вот эти, повесить эти пульверизаторы. Они такие распыляют на отдыхающих. Знаешь, так по кайфу такой. Оазис получается. Сейчас пишет, нет? Угу. Все писало или ты паузу ставил? Какой ужас. До ужаса мы еще не дошли. Ну, позволит ли нам возможности дойти до ужаса? Позволит. Ты уверен? У меня еще 2000 есть. Ну, тогда, думаю, у нас позволят. Вместе у нас есть 9. С общим бюджетом. Потом жена приедет, да, забирать? Нет. Сам будешь добираться? Что-то я погрустнел. Я потом тебе объясню, за сигаретами это не для камеры. А в плане фотогеничности, как мой фейс вообще, перевариваем будет хотя бы или нет? Что значит конечно? Откуда конечно? Человек вялостареющий я. Если узнает возраст. Знаешь, я считаю, что... Это не важно. Самое главное, чтобы ты говорил и говорил интересно. Вот и все. А то, что ты будешь проходить, как ты будешь проходить, даже ты вообще в говно Именно. Первый раз зайдешь. Главное, что ты прикольно комментировал. Вот и все. А у тебя это есть. Ой. И самое приятное в этом деле, что тебе никто нахрен не нужен. Именно. Ты абсолютно независим. Вчера я жене это высказал. Она была тоже под пивом. Рассказал свою идею. Ну так приступай. Сегодня более скептически настроена. У меня там мама приезжает туда-сюда. Да вообще насрать. Будем делать и все. Как ты думаешь? Я уже год в этой теме. Ну, сколько ты заработал, находясь... Ноль. Будучи в год, находясь в этой теме? Ноль. С чем тебя и поздравляю. Ну, я знал, что однажды появится Алексей и скажет, давай пообщаемся. Я зрел, я долго зрел, я тоже около года вынашиваю это все, думаю, а чем я хуже, ну почему, ну как, ну что? Ну вот сидит, извини за выражение, грубо я вам всем это сейчас скажу, но сидит девочка даун. Конченая, которая двух слов, причем оба матершинных, и то связать, бляха-муха, извините за выражение, не может.
И ей вот тут же ты смотришь, сколько падает, да? И просто начинает душить жаба. За что? За то, что она красиво выеживается. Ладно бы она там сиську показала, да, там ногу оголила. Нет, она просто тупо матерится в этом долбанном Варкрафте, да, тоже гоняют, стримы по нему проводят. За что? Такие же отмары ей платят за вот эту херню? Да мир сошел с ума, если сейчас так зарабатывают. Раньше с лопатой у станка, за столом чертежным, в президиуме, не знаю, в зависимости, во всех сферах ты должен пахать, чтобы что-то заработать. Здесь ты просто должен, первое, быть фотогеничным, более или менее, чтобы на тебя не было вот так вот, не, я на него смотреть не буду. Хотя бы, чтобы можно было переваривать, да, человека. Вид у него был не отталкивающий. Связать 2-3 слова по теме, неважно. Возможно, материться. Вот это вот очень важно. Связать слова. Как ты связываешь? Хоть ты в матах связываешь, хоть ты там по научному. Да, главное, ты их связываешь и говоришь дельные мысли. До народа доносишь ту идею, которую ты вообще в своем стриме, в своем вообще выступлении, как хочешь так это называть. Ты доносишь, главное, народ тебя понимает. А я теперь понял, почему этой дуре платили по 20, по 30. Она, знаешь, она там просто в нирвану впадала, когда видела, сколько ей падает. Она раз 30 тысяч рублей российских упала. Ступор. Тут же через минуту буквально. Еще столько же. Она, короче, за вечер около 200 подняла. В этот момент правильнее всего, вот она, наверное, все-таки допетрила, поняла, что лучше притвориться блондинкой. Спасибо, почти. А второй, когда ему такая сумма, там, в районе полтинника российских рублей упала, он просто в открытую на камеру говорит: чувак, я не знаю, тебе огромное спасибо, что я должен за это сделать, отсосать, что ли. Ну, вот именно так, я тебе все покажу эти видео, я смотрел, мне было противно. Противно за то, что ты человек с головой, ты во всяком случае так считаешь о себе, думаешь, с образованием, со всеми делами, и ты не можешь заработать, предположим, не то чтобы не можешь, тебе не дают это сделать по той простой причине, что наша система так устроена. Что если ты ничей, и за спиной у тебя никого, то ты никто. Парадокс? Туши камеру, пошли курить.